является одной из сильнейших команд мира в последние годы. По вольной борьбе она постоянно занимает ведущие места в рейтинге по вольной борьбе. И надо отметить, что в этой команде в основном молодые спортсмены. Команда Белоруссии выступает также в молодежном составе. По сути дела, второй и третий состав сборной Беларуси. Салтан Рахман, 21 год. Участник чемпионата Европы прошлого года и неоднократно участвовал в первенствах Европы и мира среди молодежи. А Гела Сагирашвили один из опытнейших борцов грузинской команды. Ему 31 год. Серебряная медаль на чемпионате Европы в 2007 году. Много раз боролся на кубках мира, на чемпионатах мира. Лучший результат у него — четвертое место на чемпионатах мира. Победил